Здравствуйте! Я представляю издательство «Росазия» Сибирского рериховского общества «Город Новосибирск». Мы уже более 20 лет воплощаем культурно-просветительские и издательские проекты благодаря добровольным пожертвованиям. Хорошо известны слова Ивана Сергеевича Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нашими предшественниками». Что значит беречь язык? От кого или от чего беречь? Разве у русского языка есть враги и ему грозят какие-то опасности? Да, на своем историческом пути каждый язык такие опасности встречает. И поэтому мы не раз издавали и переиздаем книгу под названием «Чистота речи». Это сборник статей, стихов, пословиц, рассказывающих о красоте русского языка, о его богатстве и выразительности, о том, как важно осознавать значение и силу слова, быть ответственным за красоту и чистоту своей речи. Эти материалы будут интересны и педагогам, и воспитателям, и родителям, всем ценителям родного языка. Всем, кого волнуют вопросы воспитания, этики и культуры. Это будет уже третье издание книги «Дополненное» в твердой обложке такого формата объемом 112 страниц. Верстка издателями уже осуществлена, и мы обращаемся ко всем, кому близка тема сохранения чистоты родного языка, помочь собрать средства на издание этого сборника. Будем благодарны вам за участие и вклад в дело сохранения родного языка.